как нам создать объявление для Яндекс.Директа, по которым нас будут находить наши потенциальные читатели. Для этого есть некий сервис, называется он Wordstat. Wordstat – статистика ключевых слов на Яндексе. Здесь мы вводим ключевое слово, по которому мы планируем размещать наше объявление. Допустим, как найти вторую половинку. Цифры. Итак, как найти вторую половинку? Вот эти все слова, кроме вот заговора, вот этот шарарам там тоже не нужен, а все остальные можно вот так скопировать к себе в отдельную папочку, в отдельный документ сохраняйте. Потом здесь можно поставить такое слово, допустим, замуж. То есть наше основное желание – это выйти за свою половинку замуж, создавать с ней семью, с ним. Итак, посмотрите, сколько больших, какое большое количество слов, из которых нужно выбрать те, которые нам подходят. Допустим, нам не подходит работа за рубежом. Нам не подходит, допустим, Love Planet, Dating, то есть это сайты знакомств. Нам не подходит, например, брачное агентство Розы Сябитовой. Сайт знакомств для секса нам не подходит, знакомство для секса. Замуж за миллиардера смотреть онлайн, это какой-то онлайн-проект или фильм, нам тоже он не подходит. То есть мы конкретно ищем те слова, которые нам необходимы. Допустим, замужество, брачное агентство, хочу выйти замуж. Здесь можно, допустим, вторая половинка. Итак, вот вторая половинка, еще вторую половинку. И вот разные варианты здесь вы подыскиваете себе, те, которые нам подходят. То есть, допустим, Андрей Малахов «Моя вторая половинка» нам не подходит. Сериал «Моя вторая половинка» может быть подходит, но лучше всего его не брать, потому что это не целевой запрос. Это люди, которые хотят смотреть кино, а не которые конкретно хотят вторую половинку встретить. Картинки «Вторая половинка». Пожалуйста, можно. День вторых половинок можно. Вторая половинка. Нет у меня второй половинки. Пожалуйста, где моя вторая половинка? Привлечение второй половинки. То есть вот песня «Вторая половинка». Вот эти, пожалуйста. Моя вторая половинка 2011 можно. Вторая половинка человека можно. Такие, которые конкретно подходят только нам. Здесь можно по-другому менять. Допустим, найти мужа. То есть те слова, которые, как вам кажется, могут помочь вам. Клуб знакомств. Помогите найти мужа. Хочу найти мужа. Найду мужа. Потом здесь можно, допустим, найти любовь. Как найти свою любовь? Где найти любовь? Хочу найти любовь. Помогите найти любовь. То есть вот такие. Вот их собираете вместе в отдельный документ. Из этого документа будете их копировать как ключевые слова.